Привет, друзья мои, с вами снова Джексон, и мы продолжаем играть в Party Hard 2. На очереди у нас больница, где тусовщики ввиду забастовки медперсонала решили устроить тусняк, и мы зачем-то идем туда со всем этим разобраться. Поехали! Очередной бедлам, и снова на вечеринке. Почему это место, Делуиза? В этом заведении проходил корпоратив фармацевтической компании Opion Inc., откуда был недавно уволен мой клиент. Кого он искал? В компании Дариуса был только один близкий человек, его друг Арчер. В новостях сказали, что он попал в больницу за день до вечеринки. Предполагаю, что именно поэтому Дариус направился в больницу. В тот вечер сотрудники госпиталя North Genesis устроили забастовку, и тусовщики решили, что лучшего места для раута не найти. Если бы они знали, что для многих из них эта пати станет последней. Медведя видели там, да? North Genesis Hospital за 16 дней до интервью. Все-таки меня прям так интересует эта тема с интервью. Что это вообще такое будет? Так, у нас здесь огромная больница. Я предварительно маленько побегал по этой территории, чисто осмотрел, чтобы более-менее хорошо ориентироваться. Так, вот здесь вот канистра с водой. Нам ее надо забрать. Я хочу попробовать сделать какой-нибудь эпичный килл. Не знаю, допустим, залить весь пол водой вот здесь в основном зале. Здесь их много тусит. И потом просто херануть всех электричеством. Почему нет? По-моему, будет прикольно. Так, что у нас еще здесь есть? О, мотоцикл. А что с ним можно? Сесть за руль. Ой. Ой, а я это... Стой! Не звони! Стой! Тёлка! Стой, я не хотел. Я случайно? Где эта тварь? Куда она убежала? Вон она. Бля, она уже вызвала мусоров. А давайте сейчас попробуем, короче, мусоров грохнуть. Смотрите, вот они же, наверное, сейчас вот подойдут ко мне, да? Вот здесь. И если взорвется, они же погибнут, да? Я здесь, мужчины. Блин, не получилось. Ах, зараза. Но, мне кажется, план правильный. Мне кажется, план правильный. Если что, можно попробовать их взорвать будет. Мне кажется, за это будет какая-то ачивка. Эй, сонная тетеря, лежать. Так, ладно, давайте я вам покажу территорию для начала. Здесь вот у нас большая больница, а там у нас есть такой большой, типа, задний дворик. Тут он, тусуют всякие медсестрички. Прикольно, они двигаются. Здесь чуваки стоят, это вот бочка... Видимо, бочка с пивом. Судя по тому, что мы можем сломать клапан, она типа начинает пшикать, а потом взрывается. Это, судя по всему, какая-то бочка с пивом, скорее всего. И она взрывается. Она взрывается. Здесь еще одна, и вот там наверху еще одна. Но здесь наших целей нет. И пока мы убить безнаказанно никого не сможем. Тут у нас какой-то мужчина. Ходит, подтягивается, он почему-то в тоге. О, смотрите, у нас спящее тело. Эй, так, берем спящее тело. Уносим вот сюда. Давайте вот так вот положим здесь. Чпуньк. Все. Ничего личного, девочка, прости, но у меня задание тебя убить. О, бумбокс. Бумбокс, я знаю, что делает. Бумбокс можно включить. И он, короче, их привлекает, они типа начинают вокруг него тусовать, и это можно как-то использовать. Судя по тому, что он искрит, скорее всего, можно не врубить, а разлить здесь воду. Давайте мы это и попробуем сделать. Так, давай разлить воду. Давай разливай, чтобы здесь большая-большая лужа была. Ну вот так вот еще сделаем, давай. Вот, давай. Вот, чтобы лужица была хорошая. Так, отлично. Канистра пуста. Теперь мы просто включаем бумбокс и отходим. Отлично шибануло. Так, самое главное сейчас как-то забрать это все дело. А что это там? А что это там за мужик наверху? Так, нет, пожалуйста, подобрать. Все, бумбоксик я возьму с собой, если его можно не расходовать. Видели? Вон там глаз. Там какой-то мужик. И он тоже меня ищет, походу. Как терминатор, помните? А он тоже бессмертный. Опа. Я мимо него так... Он меня спалил. Ну-ка, убить можно? Я ж его...
Понятно. Это, видимо, либо глюк, либо при его убийстве просто меня тоже ваншотит. Окей, хорошо, я понял. Я понял, хорошо. Давайте попробуем провернуть то, что я хотел провернуть. А именно залить вот здесь пол водой. И хорошенечко всех взбодрить электричеством. Так, выпивку, пожалуйста, подберем. И погнали. Разливаем это все здесь на пути. Еще у них самое главное, чтобы они, если начнут убегать, чтобы они об это все спотыкались. Я надеюсь, она не испарится, вода. Давай, 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 наполняем, наполняем, наполняем. Давай, 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 скорей, 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 скорей. Смотрите, там вот здесь вот торговец наркотой толкнул наркоту врачу только что. Офигеть, это вообще законно? Такой, стой, я не то сделал. Так, пожалуйста, пожалуйста, разлить дальше. Давай, давай, давай. Разливаем это все дальше, чтобы было очень весело, чтобы всем было... Так, стой, колонки не подходи, колонка искрит. Это, возможно, плохо для меня закончится. Так, давай еще набираем. Еще набираем. Эту спящую, наверное, взбадривать не будем. А попробуем вот здесь это сделать. Так, давай, 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 вот разлить. Все, пошел. Вот сюда вот так, отлично, прекрасно. И вот так куда-нибудь в серединку. В серединку, и я думаю, все. И теперь... А, блин, я ж бумбокс не взял. Блин, вода, не испаряйся, пожалуйста. И там уборщица, не приходи. Я сейчас за бумбоксом схожу и вернусь, хорошо? Я надеюсь, ты меня поймешь. Я немного волнуюсь. Кто-то там немного волнуется. Канистра с бензом. Ее забираем обязательно. Так, мне сейчас нужен... Мне сейчас нужен бумбокс. Бумбокс еще и без присмотра. И здесь... И здесь куча людей. Без присмотра. Смотрите, я могу сделать вот так. И никто даже не заметит. Так, канистра с бензином я оставил здесь. Окей, я буду знать, что она здесь. А так, о, я смог здесь пройти так безнаказанно прям. Окей, ладно. И вот здесь. Этот козел, мне кажется, меня пускать не будет. Опа, вот так, отлично. Так, судя по всему, вода у нас не испарилась. Давайте ставим бумбокс. И давайте, хопа, включаем. Ой, как хорошо, ой, как хорошо пошло. Ай, как хорошо, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, как весело, ой-ой-ой, как хорошо. Ой, захорошело. 18, 19, 20. 20 человек электричеством одновременно. Обалдеть. Обалдеть. Слушайте, бумбокс — это гениальная вещь. Блин, зачем я его убил? А никто не видел, что я его убил. О, блин, слушайте, как мне фартануло. Как мне фартануло, слушайте. Офигеть. Я думал, сейчас все, капец, спалюсь. Считайте, здесь раз, вот эта девка была, вот там девка была, монашка эта ходит, там охранник стоит в углу. Обалдеть. Кстати, мы так и не посмотрели наши миссии. Так, у нас цель — убрать цели, или не спугнуть цели, интересно. Или убить всех, 73, у нас уже 19. Интересно, а нам комбо засчитали почему-то 20. Хм? Странно. Попасть в закрытую комнату, миновать охрану с пропуском, воскресить охранника. Воскресить охранника? В смысле, серьезно? Воскресите? А где? А, вот здесь вот поди на столе, да? Прикольно. И как мне... Слишком поздно, летальный исход. Так, положи, пожалуйста. Положи, пожалуйста, он мне нужен. Он мне... Я стол толкнул. Опа! О! Смотрите, мы его оживили. А чё он? Он теперь... Он за мной теперь будет шастать? Слышь, мужик, не надо за мной ходить. Я не хочу, чтобы ты за мной ходил. Блин, я не хочу, чтобы он за мной ходил. Давайте замочим его где-нибудь в сортире. Ну, потому что лишний свидетель, который постоянно ходит за нами. Нафиг оно нам надо, так ведь? Так ведь. Поэтому, хоп, мы тебя в мусорку скинем. И все, ты уж не обессудь, пожалуйста. Так, у меня есть, смотрите, что. Кстати, тут из него что-то выпало. Ой, нет, тут менты. Менты, менты, менты. Нет, не я.
Бедолага. Да, бедолага, я возвращаюсь. Да, уходи, пожалуйста, уйди. Так, бомбасян. Бомбасян положим. Ключ-карта. А, это, наверное, чтобы через охрану проходить. Это типа бейджик, он, видите? Давай, мимо проходим. О, отлично, он меня не заметил. Но он в прошлый раз меня не особо замечал, конечно. Ты что тут стоишь? Прикинь, я вот так могу. И ты даже не заметишь. Да, да, отлично. Это то, что нужно. Это то, что нужно. Что мы здесь еще можем потрогать? Так, вот стеллаж. Толкнуть полку. Ага. Инвалидную коляску можно толкнуть. Давайте попробуем. Ой. Минус 2. Ну, в принципе. В принципе, сойдет. Ладно, хорошо. Вот у нас еще одна цель. Это же кальян стоит. Это кальян стоит, но я не могу почему-то с ним взаимодействовать. Кстати, смотрите, что можно делать с выпивкой. Я думал, ей можно просто кидаться или делать из нее коктейль Молотова. Но мы можем спаивать людей. Вот я ее споил, смотрите, она пошла. Она пошла блевать. Вот серьезно, она пошла блевать. А, там, кстати, еще одна интересная штука лежит. Вот она, видите, она ушла блевать. И мы просто вот так вот ее здесь заканчиваем. И уносим. А вот здесь, вот смотрите, вот здесь выпал из ящичка презерватив. Выпал. И с презервативом мы можем делать абсолютно то же самое. То есть, видимо, мы можем предложить какой-то цели. Ну, допустим, вот пойдемте найдем цель. Так, тут мусора опять понаехали. Тут какая-то мега-пуперская медсестричка вон охраняет. Охраняет кого-то, это какой-то главврач там, что ли, или что это, я не понимаю. Так, вот здесь можно, вижу, смешать реагенты. Как только сюда кто-то подойдет, здесь будет большой кабум. Так, где цель? Не, ничего страшного, мужики, я врач, я местный, все нормально. Все нормально. Там видел еще одну канистру. Вот, так, блин, ну это мужик какой-то с клюкой, я не хочу его. Ну, в смысле, ничего с ним делать не хочу. Во, две дамочки, смотрите. Опа! Вот, видите, она говорит, теперь мы друзья. После чего? Друзья, видимо, мы с ней после того, как я ей дал презерватив. И она будет ходить за нами теперь. Также точно можно этим легко воспользоваться. Тебе не скучно в одиночестве? Ну, как тебе сказать, девочка? У меня свои развлечения есть, вот такие вот. Все, и видите, и, кстати, вот презерватив выпал обратно, и мы можем воспользоваться им снова. Блин, гениальная штука. Также, в принципе, как выпивка. Но выпивку, когда даешь, ты не знаешь, куда он побежит. Но он нормально, они нормально запрограммированы, что, в принципе, если он побежал блевать, человек, то он побежал блевать либо в туалет, либо куда-нибудь там на помойку, либо еще что-то. Так, давайте мы ей тоже сейчас предложим. Поехали к тебе домой. Да не вопрос. Можно? А ты куда идешь? Точнее, стой, я же тебе презерватив дал. Стой, женщина. А, ну ладно, здесь вот, кстати, мы вот так вот сделаем. До свидания, дамы. Всего наилучшего. Коктейль Молотова. А вот презерватив пришел, видимо, от взрыва в негодность. Но ничего бывает. Ничего бывает. Так, у нас есть еще канистра. С чем? Подождите. Это не бензин ведь. Это канистра с маслом? А масло что делает? Подождите, окей, а что делает масло? Ну вот давайте, к примеру, разольем вот здесь. Типа там все, кто будут тут ходить, они все будут подскальзываться или что? Или масло тоже работает как этот? Как бензин? Ну вот давайте попробуем вот так сделать и, допустим, взорвать вот здесь. И взорвать вот здесь. Тут как раз одна цель есть. Оно тоже горит? Нет, оно не горит, кстати. А, нет, оно горит. Оно горит, но цель не задета. Цель не задета, мужчины. Мужчины, все в порядке. Все в порядке, я свой. Погнали искать цель. Ага, эти цели здесь. Вижу кальян. Кальян поджигаем. О, давай. Стой. Задержись тут на секундочку, пожалуйста, я тебя очень прошу. Молодец. Хорошая девочка. Так, что можно сделать вот
Так, там кто-то на кальяне подорвался. Прекрасно. Так, коктейля Молотова ее напоить нельзя. Окей, нам нужна... Нам нужна тогда выпивка какая-то другая. Либо... Либо, опять же, презерватив, да. Здесь я ничего не вижу. Так, вот там большая бочка. Тут переход. Пошлите, поищем выпивку. Привет, мужчины. Здравствуйте. Да-да-да, прикрывайте друг друга. Прикрывать друг друга крайне важно, мужчины. Крайне важно. А, что? Какое? Куда? В смысле? Я могу спрятать тело в ментовскую машину. Шикарно. Шикарно. Что это у нас здесь? Толкнуть жертву? Мне нужна жертва. Окей. Жертва, так жертва. Ну окей, ладно. Так, охранник, мужчина. Здравствуйте. Здравствуйте, все в порядке, я свой. Это что такое у меня? А, это здесь бумбокс стоит. Все, я вспомнил. Так, вот этот опять мужик. И мне бы его как-то... А что... Подождите, а что это там в кустах? Вот здесь. Как сюда попасть? Вон, видите, бомба нарисована сверху. Вот здесь. А что это там? Что это там такое интересное? Это, наверное, можно как-то изнутри посмотреть. Ой, ёп! Этот терминатор сюда идет. Он еще, небось, типа в поисках меня ходит. Или за мной. Или меня сейчас преследует. Он просто решил сюда заглянуть, серьезно? Да ты что, блин, мужик, издеваешься, что ли? Я могу отсюда прямо вот, прямо издалека, прям охренеть, как издалека, допустим, бросить коктейль Молотова. Прям овер далеко. Нет, овер далеко я это сделать не могу. Точнее, овер издалека. И здесь меня видят, если что, они спалят, что это я бросил коктейль Молотова. Хм. Довольно... Довольно странная ситуация. Блин, но мне нужна... Мне нужен какой-то инструмент, которым я могу устранить вот эту вот, допустим, цель, которая вон здесь набухивается сейчас. Давайте попробуем вот так. Взорвем вот эту. Давай, подойди, подойди. Вот она убегает. И мы сейчас проследуем за ней. И может быть вот здесь вот около мусорки мы ее и грохнем. Что у меня подлагивает, кстати, почему-то. Что вы, куда побежали-то? Так, канистра с бензином, во. 4, это у меня пустая, да, получается? Да, давайте вот ее бросим. Что-то здесь есть из полезного? Нет, здесь нет нифига. У меня есть Молотов. Так, этот наблюдатель хренов вот здесь остался. Опа. Все, отлично. Так, и у меня снова появился презерватив. Ай, вон этот упырь идет. Давайте мы сейчас попробуем вот так вот сделать. Хопа. И все, и он сейчас сгорит. Наверное. Нет, рисковать я не буду. У нас очень хорошо прогресс сделан. Телка. Нет, телка туда гореть тоже не пошла. Ладно, туда ходить пока не будем. У нас осталась одна цель. Где она? А... Цель, которая у нас осталась, это этот мужик там на танцполе, да? А давайте мы попробуем. Вот тут какая-то канистра. Так, здесь еще, кстати, канистра с бензином. И она тоже целая. Это прям отлично. А что я могу? Я могу испортить огнетушитель. Отлично. Если можно что-то испортить, надо это испортить. Я так считаю. Да, этот мужик тусит здесь, и он прям уходить не собирается. Это прям точно. А, окей, хорошо, давай. А, это тоже пустая канистра, ё-моё. Нет, тело положи, стой. Вот так, канистру положи. Так, а как я могу эту канистру использовать? Никак ведь получается. Потому что у меня поджечь, у меня ее нечем. Бухлишка у меня нету. Взорвать здесь что-то для профилактики нечего. Блин. Блин, слушайте. Дилемма, а как его тогда грохнуть здесь?
Я что-то даже себе не представляю. Так, ладно, надо поискать что-то, что может нам в этом помочь. Так, вот, бутылка же стоит. Да, отлично, выпивка. Все, прекрасно, прекрасно, прекрасно. Это как раз то, что я искал. Это как раз то, что я искал. Мужчина, вот. А где вот что за... Попасть в закрытую комнату? Что это за закрытая комната? Я не понимаю. Вот это что ли? Да, видимо, вот это. Там, смотрите, какой-то ноутбук стоит. Какая-то видеокассета лежит, и, по-моему... И, по-моему, граната. Но там столами все заставлено. То есть здесь, возможно... Здесь, возможно, нужно что-то взорвать. Так, канистра полная? Вот это. Да, она полная. Мне нужна зажигалка. Мне нужна зажигалка, чтобы испробовать мою теорию. Давайте грохнем вот этого вот персонажика. Мы его сначала споим, чтобы он побежал блевать. Блин, он в таком людном месте пошел блевать. Мужчина, зачем ты блюешь на людях? Еще и мне на ботинки. Слушай, тебя только за это вот можно грохнуть. Давай тогда сделаем вот так. Хопа. Блин, да я еще и промазал. Ну, что такое это, блин? Это, возможно, была последняя, блин, бутылка на этой в этой вселенной. Это что? Деньги. А зачем здесь деньги? Сюда можно толкнуть жертву. А где найти зажигалку? Вот, допустим, если я грохну вот этого челика. Он курит, стоит. Есть же вероятность, что у него есть зажигалка. Она, наверное, была, но нет. Ой. Ой, какую дичь можно творить. Можно прям вот так вот туда толкать людей и... У тебя есть зажигалка? Нет? Плохо, мужчина. Это закончилось для тебя весьма плачевно. Деточка, а у тебя? А у тебя, красавица, есть зажигалка? Нет, у нее тоже зажигалки не оказалось. Поэтому мы ее тоже скинем в вентилятор. И вот этого вот персонажика тоже сюда. Блин, какой вместительный вентилятор, а? Какой вместительный вентилятор. Блин, и как мне его теперь грохнуть-то? Эти я... Колонки я взорвал уже. Колонки я уже взорвал. Что еще здесь есть? Что еще можно применить? Такое, чтобы хотя бы их, не знаю, распугать, что ли? Ой! Этот хер идет. Блин, сейчас бы запорол все нафиг. Слышь, мужчина в кепке. Ты не охренел ли тут расхаживать? Давайте все-таки попробуем его грохнуть. Или он вот так вот меня не увидит? Да-да-да-да-да, тебе пора проверить периметр, иди отсюда. Иди отсюда, пожалуйста. Мужик, ты что тут стоишь, выпиваешь? Приляг, пожалуйста. Но у него тоже не было ничего полезного. И мне опять нужен инструмент. Мне опять нужен какой-то инструмент. Этот мужик, видимо, там завис очень надолго. Где бы что взять? Тут все взорвано. Тут больше ничего нет. Блин, как его оттуда выманить? Так, давай вот это взорвем, так, на всякий случай. Ну, он сюда все равно не придет. У меня же где-то бумбокс есть. Точно. Можно с бумбоксом провернуть. Он где-то здесь у меня валяется сейчас. Да, вот он стоит. Вот он стоит, бумбокс. А вон там автомат искрящий. Отлично. Отлично, это мы и сделаем сейчас. Я тогда бензин я разолью вот здесь, вот прям под тебя, мужик. А, так еще и канистра пустая. Ну все тогда, точно, это прям, как говорится, сам Бог велел сделать именно то, что я планирую сейчас сделать. Кстати, странно, вот у меня... у меня фрезы появляются такие небольшие. У вас они тоже... Вы тоже их на видео видите или нет? Так,
Окей, давайте мы тогда... Он тусит прямо на одном месте, поэтому мы давайте начнем вот от него и пойдем... Пойдем вот так вот до необходимого нам места. А нам необходимо долить до бумбокса. До автомата мы уж разливать не будем, так на всякий случай, потому что подойдем к автомату, к воде, и нас как долбанет, и мы сдохли, и все, и мы самые тупые убийцы на свете. Поэтому мы это сделаем вот так. Соединилось, отлично. Этот хер отошел. А давайте под ним разольем еще вот так. И вот так. Блин, по-моему, не хватает. Давайте для, для верности выльем еще одну канистру. Там, кстати, судя по индикатору, в раковине тоже вода может закончиться. Да, блин, ты что в косяки-то врезаешься, ё-моё. Вот, видели, какой фриз был? Что за фигня? Какого черта, блин? Игра. Все, отлично. Отлично, теперь надо успеть включить это дело, и чтобы этот мужик не успел уйти. Да пройди ты уже, блин, в проход. Все, включил. Удар током, пошел. Еееее, детка, отлично, я его зажарил. Так, вы тоже, пожалуйста, жарьтесь, и ты жарься тоже. И ты тоже, ты молодец, молодец. Все, бумбокс можно забрать. Бумбокс можно забрать, тут все мертвы, прекрасно. Нам нужно... Че, нам теперь все слинять надо? А, нет, нам нужно поговорить с другом. Но я все-таки так и не понял, как попасть в закрытую комнату. Но у меня уже не, нечем туда, так сказать, попасть. У меня нет никаких взрывчатых веществ, ничего. Давайте напоследок сломаем вот этот автомат. И главное, не сдохнуть сейчас от него, от этого же автомата. Эй, мужик! Арчер! А? Просыпайся! Ты слышь? Вставай давай, чувак! А, все. Я думал, сейчас будет какой-то длинный разговор. На этом все у них, да? Итак, мы убрали все цели, мы не спугнули цели, мы не убили всех, мы не попали в закрытую комнату. Смотрите, здесь получается в закрытой комнате можно посмотреть больничный журнал и уничтожить какие-то улики. Слушайте, интересно, то есть каким-то образом все-таки туда можно попасть. Мне кажется, все-таки там, по-моему, завалено столами все было. И мне кажется, туда надо было принести канистру с бензином, ее там поджечь, она взрывается и освобождает нам проход. По-моему, как-то так, не знаю, мы потом все равно вернемся. Я хочу прям типа платину, знаете, выбить на каждом уровне. Плюс мы на каждом уровне, наверное, вернемся за каждого отдельного убийцу, не знаю, как пойдет. Но больницу мы прошли, собственно говоря. Поэтому давайте сделаем небольшой перерыв. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте. И увидимся в следующих сериях прохождения Party Hard. И увидимся в следующих сериях прохождения Party Hard 2. Пока-пока.